Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Октагедон. Старт гейм. Время суши. Ага. Осьминог решил в отместку уничтожить статую свободы. Ему не понравилось, да, что из кальмаров делают суши. Так, ну что же, давай посмотрим, что мы с тобой можем здесь делать. Ага. Вот так мы кружимся. Ну давай. Так, а я перемещаться могу куда-нибудь влево-вправо? Нет? Только могу вот так вот крутиться и все. Короче, на меня прут подводные лодки. Со всех щелей причем. И я так понимаю, мне нужно их уничтожить. Причем я... А, нет, могу в любую сторону, ребята. В любую сторону могу крутиться. Ладушки. Так, у меня всего 3 сердечка, как ты видишь. Причем некоторые лодки быстрее двигаются, чем другие. Поэтому нам нужно... Опа, опачки. Ты смотри, что делают. Эй, а как мне тут-то? Твою же наля... А там нельзя было, ребята, и там умудриться сразу же сбить две лодки. А это что у нас еще за... Опа, монетки. Ну-ка, давай сюда. Нормуль. За эти лодки нам дают монетки. А монетки нам для чего-то нужны, скорее всего. Ну, и что такое? Только не говори, что ты еще сейчас будешь стрелять по мне, не? Не, не будет. Так, идет охламон. Ох ты, смотри, какая белая, скоростная. Это что такое? Это сердечко. Понял. Прекрасно. Ну, осьминог, я так понимаю, это тебе не какой-то там маленький. Это супергигантский осьминог. Ух ты, смотри-ка, ДНК. Какой-то на меня тут летит. Йо, это что такое? Клешня. ДНК краба. Хм, и что мне теперь с ним делать? Оу. Я, друзья мои, сделал себе еще одну щупальцу. Так, мы можем с тобой поставить либо клешню, либо змею. А как это делает? А, ну давай сюда поставлю. К примеру, ребята, а сюда вот так. Ничего себе у нас осьминог. Мутант прям какой-то натуральный. Знать бы, что эти щупальцы еще делают. В общем, ребята, пойдем. Ага, вот нам нужно с тобой добраться до статуи свободы. Ну что же. Так. Клешня такая. А, мы можем... Понял. Эта клешня у нас плюется, точнее змея. А эта клешня щелкает. Щелкает как орешки. На. Отлично, друзья мои. Пока все нормуль, меня устраивает. Опа, 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 смотри, 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 смотри. Субмарина какая подкрадывается ко мне. Да ну. Е-е-е. То есть вот эта клешня, по ходу дела, щелкает. Вот эти вот здоровые, да, субмарины. Наверное, я так предполагаю, ребят, я не уверен. Да? Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди ты. Ну, растерялся, да, друзья мои, растерялся чуть-чуть. Тут не поспоришь. Так, плывет. Это здоровье. Ну как так-то, блин? Да, господи. Да, друзья мои, осталось всего лишь одно сердечко. Трындец. Я офигею просто в плане. У меня еще здесь здоровье есть. О, мы можем с тобой вообще сфейлиться. Так, я, наверное, сюда поставлю. Вот так вот. А если у меня здоровье кончится, мне придется начинать все сначала, наверное, друзья. Скорее всего, да. Ладно. Так, ну-ка. Щелкнул. Тут прекрасно все.
Ну и осьминог, ну и мутант у нас. Хорош. Так, эту я сейчас фиговину уничтожу. Иди сюда, иди сюда. Ага. Так, если что, здесь мы с тобой будем на стрёмчике. Есть контакт. Ну! Я уже думал, не щелкнет сейчас, не шиша. Все нормуль. Она медленно плывет, эта субмарина, поэтому... Ну, иди, 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 иди сюда. Щелк, отлично. Так, это что у нас такое? Подходит к концу первая волна, да? Не надо здесь лезть. Отбиваемся. Как можем. Так, ДНК? Или что это такое? Я не знаю, ребята. Что-то взяли. Какая-то ракушка. Хм, 5 ракушек нам добавили. Это для чего, интересно? Я не знаю, ребята. У нас 575 монет. Мы еще с тобой сделали клешню. Так, если я, к примеру, поставлю еще одну такую. Угу. У нас такое получается с тобой. Ха, осьминог-гигант с такими клешнями. Прикольно. Так. Сейчас будем отбиваться. Наверное, надо было нам все-таки немножко не так сделать. А чтобы вот, например, крест-накрест было, скорее всего. Да. Ну! Так, тихо-тихо-тихо-тихо, плывут они тут, засранцы. Ну-ка, нормуль. Так, я вижу еще одну субмарину, которая на меня гигантская ползет. Давай ее щелкнем. Есть. Ну давай, лезьте, лезьте ко мне. Так, какая-то опасность. А что за опасность? Это еще что такое? Так, подожди. Тут еще и, кажется, боссы есть, блин. Кто бы мог подумать? Она ко мне близко не подплывает. Я не могу, ребята, ее... Как тебе сказать? Прижучить именно издалека. Так, ну-ка. Да подойди ты под клешню. Не хочет, ребят, не хочет. Так, у нее здоровье там, ну, немножко осталось. Кружится, а? Давай, 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 подставляйся. Ага. Так, нам обратку. Есть. Клешнями, короче, до нее не дотянуться. Как бы ты ни старался, не получится. Акула-субмарина погибла. Ну, может быть, это не акула. Ух ты. Новая ДНК, друзья мои. Пингвин. А ну-то что делает? Так, я могу? Могу. Щупальцу. Подожди. Ага, вот так вот. Ну-ка. Что делает, интересно, вот это вот клешня-пингвин? Интересно мне знать. Так, ребят, мы с вами двигаемся дальше. В плане. Серьезно, что ли? Оу, ну как. Ага, мы с тобой должны вот это вот уничтожить здание, да? Ой. А так и должно быть? Там люди выпрыгивают. Так, подожди секунду, я не могу понять. Погнали. Ё-моё, тут самолеты на меня. Вы сейчас, блин, серьезно? Трындец. Это жестко. Погнали, машины все эти давим к ядре, ни фени. Так, следующее здание. Ломаем его, конечно же. Так, это ко мне сунется штука, да? Ну, клешня, давай, отлично. А пингвин, опа, смотри-ка, там какой-то у нас, ребят, сундук. А как сундук мне этот поймать? Плевать, наверное, в него надо.
Так, этих заморозим с тобой, наверное, да? Ну давай, 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 давай. Подходи, под клешню как раз. На тебе. Так, ты тоже сейчас. Ех. Погнали далее. О-о-о-о-о-о-о, тихо. Так, стоп. Ты посмотри, что творится. Так, я отбиваюсь. Мы уже почти добрались с вами до финиша. Почти, ребята. Так, а здесь, смотри-ка, здание с ДНК. Что-то в нем будет лежать здесь. Да? Ух ты. Еще лучше, клешня. Лобстер ДНК. Лобстер ДНК. Сколько? 500? Да, ребята, у меня не хватит денег. Ну, сейчас-то мы где с тобой? Понятно. Нью-Йорк-Сити. Погнали. Так, нам вот этого надо. Ого. Гляди-ка, какая машина едет. Что в этой машине не того, не такого, а, ребят? Давай, давай, клешню едет, правильно. Так, подожди. А заморозка-то? Ну, Так, заморозка, ты почему-то как-то плохо замораживаешь. Давай вот этот самолетик с тобой щелкнем. Ага. Так, а теперь вот это вот. Ну, Так, уходим, 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 уходим. На-ка. Щелк. Пока все прекрасно. Это можно, наверное, подбить и с помощью наших змей. Оу. Так, вот эту штуку тоже подобьем. Нет, близко подъезжать не будем. Так, издалека. Слушай, а они бесконечны, что ли, я так понимаю, да, ребят? Наверное, они бесконечные тут. Они так и будут появляться. Так, погнали. Наверное, наша главная задача все-таки успеть пройти этот уровень. А уже как, это не важно. Просто двигаться надо вперед все время. Ну, есть. Ну, не пропускает, пока оно не рухнет, это здание. Ничего у нас не выйдет. Я представляю, какой здесь босс будет. Ха, куда бежите, людишки? Воу. Так, а здесь нам с тобой должны, по идее, дать ракушки. Я так и не помню, для чего они нужны. Но я тебе скажу следующее, что врагов тут слишком много идет на нас. Слишком, ребята, много. Так, я справился. Ну вот смотри, 10 этих дали нам ракушек. Зачем они? Пока мне не понять. А, лобстера, да? Клешня лобстера. Ну давай вот сюда поставим. Посмотрим, ребят, насколько она сильна. Ага, вот и статуя свободы. То есть мы добрались до нее. Это, наверное, и будет типа босса, скорее всего. Так, я надеюсь, я с клешней вот с этой вот не переборщил. Идут, идут, уже летят. На. Так, первое здание стоит. Так, что-то как-то, судя по тому, как мы щелкаем, что-то не очень быстро это все происходит. И она, кстати, намного короче, чем клешня краба. Вот что я тебе хочу сказать. Давай, 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 давай. Так, взорвали, нет? Взорвали. Иди, иди, лети сюда. Все, погнали. Еще музыка такая прикольная. Опасность. Бутчер. Кто такой бутчер? Ох, ё! Блин, опасно, ребята. Когда он... Ага.
Что он там? Он что-то бросил. Он бросает. Уходим. Ребята, он бросает какие-то тесаки. Так, что-то мы подбили ему, по-моему, да? Или... Да нет, ничего мы ему не подбили. Так, он уже... Мишени две у него, ребят, появляется. Уходим. Так, тихо, родной. Надо вот так вот его все-таки вжаривать. Уходим. Пингвины, это все, конечно, хорошо, что ты делаешь, но... Раз. Два. Уходим. Ё-моё. А я думал, что... Ничего здесь такого не будет. Опасно. Слушай, ну тут серьезно тяжело. Эй, а как тут-то быть? Нет, ну ты уж извини меня, конечно, но... Давай. Есть. Друзья мои, я подбил его. Я успел? Фух. У меня всего одно сердечко. А вот и статуя свободы. Ну-ка. Нам еще и нужно успеть бомбануть, ребят, по ходу дела, да? Я понял. Как могу защищаюсь, ребят. Отбиваемся от всех. Ну, да. Уничтожили мы ее. Так, а нам достается яйцо. То есть, я так понимаю, это еще не конец? Итак, ух ты. Спайк. Это что за малютка еще такая нам выпала здесь? Не понял юмора. Мы с тобой под водой. И что? Так, подожди. Влево или вправо? Так я понял. Ну, влево или вправо. Так что, что-то выбрать не надо или что? Что это сейчас? Вот что это сейчас произошло? Ты объясни мне. Оу, это типа бонуса, что ли? Ой! Трындец, и закоротило. Угу. Собираем. Вижу. Мои красавицы ракушки. Врешь, не возьмешь. Ну, вот. Тут надо быстро как-то. Оп, 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 уходим. Все? Угу. Все, как же. Скорость, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Скорость убыстрилась, ребята. Убыстрилась. Ну давай. Так, так. Что-то мне здесь не нравится все. А где эти-то ракушки дадите? Ой-ой-ой, здесь обойдем. Это, видимо, да, меня решили тут бомбами, минами вытравить со дна океана. Ну да, ребята. Тоже мог подумать, что вот так вот произойдет. Так это вообще... Нет, волна скоро кончится, ребят. Скоро. Ого! А тут-то как? Зашибись. Да, ребята, я прошел. Я получаю ДНК осы. Хм, пчелы. Так, и куда мне ее воткнуть? Давай попробуем сюда. Я не знаю, что она делает, ребят. И вот еще у нас с тобой есть. Вот незадача, а. Хм. А, я купил. Эта рыбка теперь будет плавать со мной. Так, и что, мы с самого начала начинаем или... Ага.
Короче, издеваться над осьминогом. Ну, мы, короче, опять в гневе. Все. Дошутились, короче, людишки несчастные. Так, ого. Там какое-то странное здание. Так, что у нас делает пчела? Ого. Слушай, так это же круто. Самонаводящееся жало. Так, что-то мне не нравится, как они тут. Ребята вокруг меня. А что делает Спайк? Объясни-ка мне на милость. Вот он маленький плавает тут вокруг меня. Для чего он тут? У меня, кстати, ДНК. Ой, ДНК, здоровье так и не восстановилось, ребят. И это плохо. Нет, тут, по-моему, надо вот так вот делать. Клешней. Тихо. Ну. Со всех сторон атакуют меня гаденыши. Спайк, ты что-нибудь будешь делать, а? Ну хоть что-нибудь. Не знаю. Просто плавает вокруг меня и все. Так, ага, атака со всех сторон. В принципе, я готов к этому. Опа, опа, опа. Есть. Ой! Взял сердечко и потратил его тут же, ребят. Это плохо. Ох ты. ДНК курица, ты серьезно? А для чего оно-то? Что оно будет делать, ребят? Не знаю. Оно стоит 150. А, бросает взрывающиеся яйца. Блин, я не знаю, куда ставить, ребят. Ну, давай вот сюда. Чего не хватает, я не могу понять. А, все, все нормально. Нифига у нас тут с тобой. Осьминог, супер-пупер. Мне надо 1500, ребят, накопить денег, чтобы... А, вот он как делает. О-о-о. Блин, ну слушай, мы сейчас тут вообще будем с тобой... Мы против скоростных, конечно, не особо хорошо разруливаем. Слушай, мне кажется, знаешь, что было бы выгодно? Да, ребята, я тут тупанул. Последняя жизнь. Слушай, неужели мы все заново начнем, если проиграем? Не хотелось бы все заново-то начинать. Не пойму я толк от этого Спайка. Хотя бы дополнительную жизнь где-нибудь купить можно было бы, а? Так, замораживаем всех. Так, куда? Вот из-за этого я проиграл, да? Так, клешни, клешни, клешни. Блин, как не хватает, ребята, одной из клешин сильных, да? Давай заморозим. Теперь. Так. Ё-моё. А это сразу взрывает? Не-а. Не сразу. Значит, все-таки клешня получается сильнее, да, чем... Ну. Е. Так. Заморозим. Ну. Ать. Давай здесь. Прекрасно. Ну, что дальше? Я вижу, что дальше. Дальше только хуже, да, как говорится. Так, клешню, клешню, клешню. Ой, клешню. Трындец, я растерялся.
Ну. Там этот плывет. Е. Не пойму до сих пор, для чего нам вот эти вот ракушки. Хоть убей. Вот мы их купим, а к чему их... Не знаю, ребята. Так, у нас 1350, следующая щупальца стоит 1500. Поэтому пока без нее, ребят. Поехали дальше. Смотрим, что у нас тут. Сидней, океан. Ага, новые подводки. Ну? На тебе. Прекрасно. Еще одна ракушка в копилку. Оса, это... Ой, тихо. Ну, е. Твою ж налево, чуть не продинамил, ребят, вспышку. Да ну какого ж фига-то? Клешня, давай сюда. Е. Ну где там голубчики эти? Опасность. Ну что, опять-то? Босс, что ли, будет? Точно, ребята, босс. Кто там такой, не могу понять. Ему куда надо? В лицо именно, да? Ага, он отвар... Слушай, что он делает? Неужели он хочет... Да ну! Ты серьезно, что ли, сейчас? Подожди, у него три головы становятся. Так, ладно, я клешнями, конечно, тут попробую его немножко пощелкать. Куда ты? Они меня хотят обойти, ребят. Чую, хотят обойти. Так, одной физиономии скоро крышка, по-моему, будет. Да куда ты так близко-то? Фух. Смотри, 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 ускоряйся, ребят. Так, тут я его наказал. Зашибись. Есть. Фига, он там разлетался. Не на шутку, друзья мои, не на шутку. Так, ну зато у нас достаточно с тобой монет, чтобы купить еще одну щупальцу. Так, и что же мы сюда поставим с тобой? Наверное, вот так. Ух! Такой осьминог у нас. Ну, в принципе... А, мы уже по суше с тобой, да, перебираемся. Ну что, погнали. Так, да что у нас тут еще за агрегат такой? Ерунда какая-то. Блин, мне бы здоровиться бы. А лучше с жизнь. Что же делает Спайк? Я никак не могу понять, ребят. Оу. Ну, ничего себе. Вот это да, ребята. Куриные яйца, чё же вы такие слабые-то? Ну, давай ты уже уничтожай эту фиговину. Двигаемся дальше. Надо все-таки, наверное, клешню взять. Давай вот два петуха бомбите своими этими яйцами по этому зданию. Опа, кто это у нас тут летает? Смотри. Ё-моё. Ты глянь, что творит. Уничтожаем срочно, блин. Ну. Люто. Я справился? А кто? А почему, ребята? И что это у нас тут такое? Смотри-ка, ребят. Кобра ДНК. Ого. Так, начать с тремя жизнями. Вот для чего ракушки эти нужны. Так, экстра... Экстра лаборатория. ДНК кобры. Так.
А почему я не могу... А, понял, не хватает. Че он психует-то? Так, блокировку мы с тобой взяли еще. Вот оно как. И начинаю я, по сути, наверное, с самого начала, да? Или как? Да, ребята, с самого начала у нас начинается история. Но зато, как ты понимаешь, да, мы с тобой там кое-что прикупили. И теперь у нас, во-первых, мы начинаем с тобой с тремя жизнями. О, у нас уже не три, а четыре жизни, ребят, если вы хотите знать. Но и враг, ты посмотри, сразу же. Здесь раньше были подводные лодки. А теперь это далеко не подводные лодки, ё-моё. Это какие-то уже акулы. Ну что, наверное, мы с тобой закончим, да? На этом нашу серию. Если тебе понравилось, то пиши в комментариях. Если ты хочешь, чтобы мы дальше в нее поиграли, то тоже, ребята, пиши об этом в комментариях. И тогда мы попробуем с тобой пройти дальше, чем проходили до этого. Хе-хе-хе. Так, ну давай, иди сюда, цыпленочек. Плывет он там. Блин, вокруг меня кружится, бесит, конечно. Так, и мы ракушки уже сразу получаем, ребят, на старте, грубо говоря. Ать! Ать! Прижучили, а? Ты посмотри на них. Фух. Ну. Я, конечно, там лопухнулся. Не надо было брать мне две курицы. Это был перебор. Мне кажется, или клешни нужно брать, или же тепловые, то есть пчелу. Это был бы топчик. Мне... Вот как по мне, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так чтоб тебе? Ну ты серьезно, что ли, сейчас? Офигенно. Да, ребята, офигенно. Начал играть. У меня уже две хпшки отняли. Угу, а вот у нас и слот. Что же делает вот этот вот? Нажмите влево и вправо паф. Понятно, ребята, я никакого пафа не делал. Вот что спасло бы меня. То есть это взрыв такой получился бы мощный. Сколько стоит? Да, давай клешнюху. Раз, два и все. Ну что, дорогие друзья, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.